Всем привет, дорогие друзья! Сейчас 9 вечера, я записываю видео по геометрии, даже уху! Третье за день! Успех! Сегодня, короче, будем проходить джампер и вот эту вот фигню, тайм... Надо все же выучить, как это правильно называется, как... Бочхина, как это читается? Да, ну что вы хотите, я не с английским плохо, ладно, короче, проходим это. Здесь вначале тяжело пройти, а потом вроде нельзя. Ну, типа, ну я никогда не умирала после самолетика. Самолетик это не помню какой процент. А в джампере там сначала тоже нельзя. Ну, типа здесь сначала можно умереть, а там сначала нельзя умереть. Зато потом там можно умереть. Здесь потом. Ну, такое. 1%, что умрешь. Так, вот так. Вот самолетик. И после него там уже умереть, ну, сложно. Если услышите какие-то звуки на заднем фоне, это... Ну, сейчас 9 вечера, гости у нас там, короче, родители за столом. Вино пьют. Непонятно. Откуда я знала, что там прыгать нужно, блин? Я не знала. Ну, типа... Оно так выглядит, будто там нельзя прыгать. Я всегда там прыгала. Я думала, что можно и не прыгать. Ладно. Ну ладно. Кстати, моя подруга, которая прямо сейчас сидит возле меня, предложила мне во время видосов по геометрии, да, во время того, как я прохожу, рассказывать какие-то истории. А истории у меня нету. Да, я могу что-то вспомнить сейчас и рассказать. Что-то рассказать. Могу рассказать, как меня комар отвлек. Он сел на мою руку и меня укусил. Комар. За что? Короче, могу рассказать, как обычно проходит мой день. Давайте проходить джампер. Я устала. Тайм просто. Потому что я не знаю, не могу выговорить то слово. Как оно правильно читается. Так что, короче... Музыка здесь бесячая, конечно. Так что, короче, я рассказываю, как я провожу свой день. Классно. Сначала я просыпаюсь. Ухаживаю за животными своими, которых у меня очень много. Сколько? Раз котенок, два котенок, три кошка. Но их я редко кормлю, чаще всего мама или... Или те, кто у нас живут, люди. Вот, люди. И... Так что можно считать, что котов можно исключить. Трех. У меня есть две улитки. Одна улитка, за которой тоже эти люди как бы... Я не знала, что там не нужно прыгать. Еще есть одна огромная улитка. Больше, чем моих две. За которой тоже ухаживают эти люди. Но она моя, по праву. Они мне ее подарили. А что еще? Моя морская свинка моя, Мила. Вот, ухаживаю за ними всеми. Дальше. Не знаю. Приглашаю подругу в гости. Мы с подругой тусим. Позже, если мама разрешает пользоваться телефоном, а как мы знаем с прошлого ролика, она у меня его забрала за то, что я, ну, как бы, много раз его роняла, вот. И если мама разрешает, мы с оператором еще записываем видео. Она ко мне тоже приходит. А ту подругу я выгоняю. Ну, в принципе, да. А чего? Она тоже как оператор не хочет, чтобы я показала ее лицо. Ее Полина зовут. Типа, эту подругу. Это подруга? Ну такая, не до подруга. Вот, записываем с оператором, значит, видео. Что еще? Потом оператора выгоняю, с этой подругой играю. Ну, типа, знаете, так. Ну, сначала я с ней играю, потом оператор приглашаю, потом мы с ней видео записываем. Потом я ложусь спать. Отлично. Не, я опять ухаживаю за домашними... За, да,
домашними животными и как бы что, ложусь спать. Как проходит типичный день кист? Так. Так, живем. Главное здесь не тупануть, как я в прошлый раз тупанула. Я не знала, что здесь вообще можно и умереть. Блин. Что-то как-то плохо проходится. Сколько хоть запись идет, я не знаю. 5 минут уже, капец. Как быстро время в геометрии даже идет. Ощущение, что будто 2 минуты она идет. А уже 5. Ну ладно, давайте еще чуть-чуть джампер проходим. Еще, кстати, хотела сказать, что я хочу записывать видео по Лилее, но я не знаю насчет этого, типа, легко записывать, знаете, на 5 минут, на там, еще сколько-то минут, а на 10, на 15 тяжеловато, ну, в принципе, что я 15 минут вам буду говорить, тут играть 15 минут, я не знаю, я сама записала видео на 10 минут со своей подругой, а они... И, ну, как бы я смотрю, мне уже скучно за 5-й минуте. Так что, думаю, что 5 минут это как раз золотая серединка, на которой у меня будут ролики. Ну, может, когда-то, когда я стану популярной, если это вообще в этой жизни произойдет, то, естественно, я буду подольше видео записывать. Ну, типа, чтобы они были интересны, понимаете? А так, они же даже не интересные. 10 минут смотреть что-то. Ну блин, ну реально, мой рекорд 90%. Я прошла 72. Что за дела, я не понял. Я умерла на самом тупом месте. Я даже не поняла, как. Как я умерла? Пересмотрю потом запись. У меня вообще склероз. Так-то. Это когда ты забываешь разные штуки. Плохо с памятью просто. У нас у всех всей семьи такое. Да. Вот я всегда здесь уже. Ну ладно. Can't let's go. Мы все равно и планировали проходить, так что джампер тайм. Просто тайм. Пойдем. Какой там рекорд? 77. Понятно. Я сейчас очень как-то напряжена, сконцентрирована, и когда я начинаю говорить, я всегда проигрываю, так что будем молчать, слушать музыку. Чек. Ну, как всегда. Блин, ну все, короче, надоело мне это проходить. Тайм Мачхина и джампер, в принципе, тоже. Так что нужно уже заканчивать видео на этом фоне. Я всегда забываю, что нужно на этом фоне заканчивать, потому что так рассеяно. Кстати, скин надо поменять. Как-нибудь потом. Мне нравится, знаете, мне вот это нравится. Что-то как-то скучно, он у меня уже давно был. Но вообще, я предлагаю в цветах Украины скин сделать. Ну, как-то... Да ей надоело уже одно и то же. Так что пусть будет такой. Ну, мне нравятся вот эти цвета. Перемешку. Так что. Ну, как бы все. Видос заканчиваем. И всем пока.